Я Коломойцев Эдуард Витальевич, житель города Донецка. До вторжения Российской Федерации в Украину работал на предприятии «Донецк Теплосеть». 24 февраля 2022 года меня прямо с улицы комендатура забрала. Как сказали, служить в рядах народной милиции, невзирая на то, что я говорил о том, что у меня бронь от призыва, которую выдали мне на предприятии. Со мной было призвано около 90 человек. Сказали, что это для получения картинки присутствия простого народа в ополчении. По сути, нас никто не обучал. Во время прохождения службы я лично и 5 человек со мной были брошены командованием в одном из сел при отступлении. Из-за этого я оказался в плену. Война, которая сейчас происходит, по сути, никому, кроме Путина, не нужна. Человеческие потери, разрушенные дома, города, не стоят его амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор брать в руки оружие или сесть в тюрьму, я бы выбрал сесть в тюрьму.